И во веки веков. Постигнет их, отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Премудрость, пророчество Исаии на чтение. Так ублагует Господь, жаждущие на воду идите, и лица немочи сребра шедше купите. И едите и пейте без сребра, и цены вино, и туп. Кую цените, сребро не в хлебы, и труд ваш не в сытость. Послушайте меня, и съесть благая, и насладиться во благих душа ваша. Внимайте уши ваши мои, последуйте путям моим. Услышите меня, и жива будет во благих душа ваша. И завещаю вам завет вечен, преподобное Давидово верное.
все свидетельствова языцах, дах его князя и повелителя во языцах, все языцы, иже не ведех у тебя, призовут тебя, и люди, иже не познаша тебя, к тебе прибегнут, ради Господа твоего и святаго Израилева, яко прославив тебя. Защите Бога и внегда вам обрести его призовите, и даже аще приближится вам, да оставит нечестивые пути своя, и муж беззаконный советы своя, и обратитесь ко Господу Богу вашему, и помилованы будете, яко по многу оставят грехи ваши, не суть, бо совете мои, яко же совете вашу, и холми скочат, ждущие вас в радости, и вся древеса сильная восплещут ветвьми, и вместо драчия взыдет кипарис, вместо же крапивы взыдет мерсина, и будет Господь во имя, и в знамени ведь. Царивши на послание святого апостола Павла чтение, возьмем, братья, и Ты воин твоя, братья, и Боже, святаго,